Всем привет! Вот обходил свой виноградник и на нескольких кустах увидел на листьях вот такую картину. Смотрите, такие как пупырышки. И если оторвать листок, снизу такая вот паутинка. Это виноградный клещ. Или еще его называют виноградный зудень. Вот посмотрите, вот этот куст, это гибридная форма смарагд, и листья, многие листья пораженные виноградным зуднем или клещом. Уже смотрите, есть и гронки, скоро будет цветение. Что надо делать, если вы видели вот такую же картинку? Скажу вам подробнее сейчас. Ну, во-первых, многие путают и думают, что это болезнь. Это не болезнь, как я уже говорил, это клещ. Бороться с ним можно. Надо обработать куст. Я применяю уже несколько лет подряд вот такой вот препарат Цезар. Инсектоакарицид. Очень хорошо он помогает от клеща на винограднике. Также можно и яблони им обрабатывать от клещей, попелиц, там всяких плодожерок. Используют и на томатах, и на картофеле, и на сое. В общем, вот такая упаковочка. Ее достаточно на 10 литров воды. Эта упаковочка будет. И еще я хочу обработать, чтобы не одним только цезарем, хочу провести первую обработку для профилактики от болезней. Это будет топаз. Один вот такой пакетик идет. Вот этот пакетик на 5 литров воды. То есть 2 пакетика на 10 литров. И еще добавлю и Ридомил Голд. Почему 2 фунгицида? Сейчас объясню. Ридомил и топаз, один будет работать от мильдью, второй от иодиума. Это две разных болезни, которые распространены на винограднике. И смотрите, ридомил еще можно заменить, это при первой обработке, таносом. Ну, вот у меня, например, надо будет 20 литров, чтобы обработать виноградник. Это первая обработка, когда сейчас от 6 до 8 листочков на лозе. Мне одного пакетика ридомила будет мало, а больше в наличии ридомила нет. Поэтому я еще второй бак буду заправлять Цезарь, Топаз и Танос. Они, в принципе, похожи по действию. И первая обработка Танос вполне годится. Он недорогой, дешевле ридомила стоит. Вторая, третья обработка. Я советую все-таки делать ридомил, Топаз и еще можно добавить Тилт. Препарат. Ну, а первая обработка будет и от клеща с цезарем. Ну, у меня вот сейчас такие кусты. И будет первая обработка. Ну, вот, например, это у нас преображение. Виноградик. У него лист здоровый. Абсолютно здоровый. Нету нигде никаких ни клещей, ни признаков заболевания. Обработка будет профилактическая. Но все равно я этот куст тоже обработаю от клеща. Так как заправлю бак, там будет на все кусты. Ну а вот смарагд поразился, конечно. Смотрите, очень много листочков. Я сейчас обработаю, а чуть позже еще и оборву эти листочки, чтобы их не было. Они как раз будут не нужны, отрастут новые, здоровые. А эти оборву и уничтожу. Так что, кто увидел на винограднике вот такие пузырьки, а здесь паутинка, это клещ. Обрабатывайте препаратом Цезарь. Ну, еще есть многие другие препараты. Я даже не помню название, можете спросить в садовом магазине. Я работаю с Цезарем. Достаточно неплохо он работает, помогает.
И вам советую тоже препарат Цезарь. Всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк. До новых встреч.